О, ты прошел. Не застрял. О, чудо. Все? Все. Можно? Можно? Или надо Нет, другого? надо другана вызвать. Мужик. Ай, блин, ты... Ты что, как себя ведешь? Ну-ка, пошли. Уперся тут. Пипец, уж обед скоро начнется, а я еще живой. Йо, давай валивай быстрее. Да ты вы тупые, что ли? Господи, ну эта игра, я Ай! считаю, что это прям Мужики, вы капец. тупые в натуре. Открывайте уже, мать ваш. Как два дебила, два брата акробата, блин, там вот Один стоят. хер, другой лопата. Открой вы, твою, отойди ты нахер отсюда. О Вот мне боже, вы просили поиграть в СЦП. Ну как в нее можно поиграть, если здесь два истукана таких? Ну будет у ушибли. нас даже игра начаться не Да уж. Открывай, подонок. Открывай, гнида, во блин. всем весь ужас состоит. Да-да. Ну тупые, господи, дай хоть пройду, мать твою, блин. Сука, блин. Говнюки, за вас новую игру, что ли, опять начинать? Ты что ты топаешь-то? Ну, Ну, все, дерьмо. придется начинать заново из этих истуканов тупых. Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. Мы сейчас с Юлей будем смотреть хоррор. Давно у нас не было, нас очень сильно просили, особенно Кирилл Лирик, привет тебе. Вот, поиграть в игрушку SCP. Containment Да-да-да, Breach. название уж не стал говорить. В общем, вообще не особо люблю хорроры. Не то, что их боюсь, я их не люблю. Особенно резкости и остальные такие вещи. Ну, раз уж, как говорится, народ просит, ну как я могу отказать в этом? Вот. Сейчас мы загружаем карту. Я SCP знаком только с лестницей, когда вот это все появлялось, появился сайт. Вот со всякими статьями, объектами этими, там, опасными, там, все остальное. Вот SCP там это рожа была, там игра заключалась только в спуске вашего персонажа и натыканием на этого, я не знаю, урода или еще как его сказать. Вот, я в управлении вообще не знаю, знал, что на пробел можно моргать, что у нас есть датчик моргания, но я думаю, об этом многие знают уже, но все равно я скажу, что это. Ну да. Нам дали, в общем, Вдруг кто-то такой же, билет как того, мы. что мы, как бы, какой-то работник класса Деки, как понял, Ну, расходный класс. допуск, я так поняла, Да, какой-то единственное, что там. я долго ждал, пока мне открыли, но я думаю, сейчас откроют. Давайте, ребят, открывайте, я уже готов идти. Я здесь знаю, что несколько объектов существует. Ну, я надеюсь, мы Может, сильно надо что-то пугаться с не будем. этим. С билетом, да, пощелкать его. Да, прочитали, хорошо. Хорошо, давай. Блин, ну, Почему так чуваки. долго открывать? Мне кажется, нужно в самый конец отойти, они откроют. Блин, этот моргание иногда очень сильно напугивает, как я Да. понял. Ну, не знаю, есть такое... Шикарно О! работники живут, я могу сказать. Counter-Strike 1.1. Здравствуйте. Так, ну, видимо, надо куда-то бежать. Ага, у нас есть силы заканчиваются, есть инвентарь. Все понятно. Ладно, поперли. Куда можно идти? Ну, Ну, открыть только вот блин, это. моргает мне прям как-то это не по себе становится. Так, ну, наверное, опять же в открытые двери побежим. Здесь народ, то есть вроде Пока оживленная все такая спокойно. местность. Блин, что-то как-то это нехорошо, мышка себя ведет. А, честно говоря, не знаю, какие тут объекты есть. Нужно немножко свыкнуться с управлением, то есть я не могу ничего А сделать с этим. если попробую... А, надо Вот, спинать на про объект. босса. SCP-173. Но закрыта к нему дверь. Хорошо. Видимо, я... Ну что, я не могу закрыть, что... Так, вы нажимаете кнопку, но ничего не Ну происходит, да, типа. написано. Хорошо, может быть, мне не сюда. Давай попробуем в другое место зайти. Так, здесь Так. тоже кнопок нету. Блин, как запутанный коридор. Не могли мужики стоять такой толпой, жутко давно. Ну, да, вот куда идти? Вот стой, а может вот сюда, вот в У эту? дырки. Нет, то же самое, ничего не происходит с кнопкой. Слушайте, блин, контртеррористы. Ну, то как эти, опекать меня? Пошли. А, ну он должен был проводить меня. Без Да, бутылки пары не конечно. разберешься, ничего страшного. Так, пойдем, пойдем. Короче, я как расходные, не знаю, Ты пушечное просто мясо. это шибко прытки оказался. Ну Они да, не шевелюсь. рассчитывали на это. Они думают, куда этот придурок побежал? Ну все, меня видать. Ну что, я могу идти? Что за хрень? А, все, Все дверь открылось. открылась. Окей, так, Так. народ, я, видать, не один такой буду. И что, нам будут запускать катычу, чуть ли? Да. Так, ну, в общем, я сразу же скажу, что если что, я буду управление Юле передавать, потому что я очень люблю вот эти все вещи крайне.
Резкости, хирескости. Я поморгаю. Мне кажется, сейчас свет вырублю. Давай не будем отвлекаться, как говорится. Пир пошел. Вот это самый отважный смельчак. Чувак вообще. Мне кажется, сейчас ему. А откуда кровь? Интересно. Они что-то говорят, рассказывают. Кровь сипает, видать, наверное. Не, видать, просто это. Как. Опа, 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 опа! Опа! Тихо! Тихо, 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 тихо. Я могу уйти. Я могу уйти. Что будет, если моргну? Тихо. Он куда-то срулил. Уже? Моргай, моргай давай. Зачем моргать-то? И вдруг он здесь где-то рядом. Тихо, тихо, никого тихо. Нет. Кнопка, ну. Фу. Куда, куда пойдем? Здесь тихо, что-то там, есть. Давай вот сюда. Там что-то какие-то лежит. Да, 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 батарейки. Батарейки? Батарейки. Батарейки, скорее всего, нет, нет. Тихо, я... тихо, все нормально, спокойно. Да блин, моргает очень долго. Ты мне от этого... не кипишу раньше времени, как говорится. Так, я нашел какую-то... Воду не было. Я нашел карточку. Карточку. А что это интересно? Я не знаю, было? Я не знаю, что это. Я нашел маску газовую и еще документ СЦП-178. Я так понял, полное описание, да, описание этого объекта, что он себя представляет. Тихо, тихо, тихо. Честно говоря, не люблю вообще, терпеть не могу такие игры. Вообще ненавижу. Зачем я вообще ввязался в это? Лучше бы я авантюру не сувался в этом, блин. Ты аккуратно только. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Тихо, а могу одеть газовую маску? Да, могу, но я, наверное, зря это сделал. Но можно снять очень. Так, у меня, в принципе, долго не моргать могу. Я думаю, они... Так, сюда нам нельзя. Закрытых дверей они, надеюсь, не должны лазить. Кнопка, кнопка, кнопка. Что она сделала? Честно говоря, не по... Во, а, вот открылась эта дверь. Или нет, или я здесь был. Стой. Ладно, на всякий случай закрываем. Да. Фу, здесь я передохнуть могу, могу моргнуть. Пошли дальше. Так, я здесь не был, тебе да? Вот сейчас надо было моргнуть, пока ничего. Давай, нет. Давай, сейчас тихо-тихо моргну. Опа, все, все, тихо. Камера, так, камера. Я могу посмотреть. Тут что-то расперделось. Очень опасно, очень опасно. Моргну. О, он здесь, он здесь, Юль. Да я не вижу. Зачем? Я не знал, я думал, надо не спиной надо бежать. Ну, ёшки-матрёшки, я сдох. Итак, мы снова появились в этой злосчастной комнате, мы уже, я не знаю, раз какой, пятый, раз наверное. Сотый у нас уже заколебали эти мужики белые, меня больше всего они пугают, чем объект этого заведения. Я не знаю. Надо же. С треском. С треском открыл. Хорошо, давайте, мужчины, ведите меня. Я помню, что один сейчас запрется. Давай, вот ты сейчас сюда стукнешься, я уже изучил все ваши... Все ваши трещинки. О, это что-то новенькое. Да-да-да. И второй-то идиот. Вы что? Это... Что за подарок? И ты сейчас пройдёшь. И ты прошел. И ты прошел. Ну это капец какой-то. Вы даете, мужики. Эволюция. Да, вы научи. И сейчас не, даже это... не застрянешь. Даже не застрял. На глазах она сейчас эволюционирует. Ты... Ну, ни хрена себе. Ну, ну давай. Не, блин. Он не должен. А, ну и должен. Ладно. Все. Низкий поклон. Же, вообще просто. Ладно, пойдем уже к злосчастным другим оранжевым друзьям. Прощай. Прощай. Кошку Ценко. Куда только не пойдет, лишь бы. Ой, да. Популярность опять словить. Увы, антикиллер 4 не выйдет. Давайте, ребят, уже быстрее. Убивай. Как в бане, знаешь. Здравствуй. А что будет, если я встану, помешаю? Вот. Не знаю. Попробуй. Хотя я боюсь опять чего-то. Да нет, стой, 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 попробуй. Здесь. Давай. Мужик, ты похож на арахис. Вот, знаешь, круто. Честно говоря, да. Стой. Ну? О, нет! О, нет! Он ушел через меня и не выбрал меня. Низкий поклон. Низкий поклон. Низкий поклон. Куда? Ты свет не убил. Ты меня не убил, чтобы убить потом. Он оставил тебя напоследок на слабенько. Я, видать, слишком, не знаю, худой. Я пока сюда пойду, я, по-моему, туда и ходил. Мне кажется, что ты сюда... Ну, почему? Вон он был? Да-да-да-да-да. What the fuck? Я сохранил... Тебе надо надеть эту маску. Так, заранее. Я сначала моргну, потом одеваю маску. Так. Потом еще раз моргну. Сейчас моргну еще раз. Мама шила... Мне штаны, да? Сейчас еще раз моргну. Пошли. Так. Пошли бегом! Пошел, 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 пошел. Yeah. Ура, мы дошли! Тихо, тихо, тихо. Надо тихо. Нажимать кнопку. Кнопка, кнопка. Закрой! Закрой дверь!
Фу, вроде закрыл, да? Да, закрыл. Да, 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 все нормально. Снимай маску там, наверное. Или не надо? Да еще? Давай сниму. Чё ж. Ты уж больно темно. Посветлее будет. Сохраняю. Пдыщ. Не сохранять. Так, моргай. Так, пошел. Пошел. Тихо, тихо. Спокойно, никого нету. Нету? Нету никого? Нету. Моргни, моргни, стой, погоди. Тут нет никого. Тихо. Опа. Мама шила мне штаны. Куда идти? Из березовой коры. Давай. Чтобы мухи попа не потела, не кусали комары. Чтобы... What the fuck, мазафака? Я уже далеко. Я уже прошел игру, да? Запутался вообще. Я запутался. Слушай, а ты... Вон там он ходит. Где? Где? Он сейчас прошел. Сюда, да. Моргаю. Эта кнопка не открывается. Тихо, кто? Кто? Да нет никого, спокойно. Да у меня уже все, мания... Величие. Меньшинство. У тебя, походу, все уже. Эта игра сделала. Да сколько можно идти? Я заколебал. Опа, новая локация. Локейшн почти. Ага, ну. Все одно и то же. Ого. О, нам сюда. Закрываем, надо. Тихо, можем моргнуть. Можем сохраниться. Пел. Да хрен. Да, хрен сохранится. Вот, и давай туда жмите. СТП. 914. Нужен код. У меня есть карточка. Пи-пи-пи-пи. Ну чё, она использовалась? Вы должны другую, короче, карточку использовать, я так понял. Чё? Но у меня есть батарейка. Батарейка. Принимаем только Duracell. Ладно. Ты моргнул бы. Я моргнул бы. И, вот знаешь, последний заход, вот честно. Что-то за игра пока уже. Меня, не знаю, не радует. Да вообще меня не... Тихо, тихо, тихо. Я думал, компот разбился. Ничего, зря варил. Варей. Вишневый. Вишневая любовь. Решетка. Может, стой, так. Может, нам сюда куда-то? Нет? За решетку, может, нам? Я, короче, запутался. О, я вот здесь мы были, да. Любовная любовь. Я уже и бегать устал. Не, может нам реально зарешил. Короче, я сейчас батарейки себе в глаза засуну. Да. И все на этом закончится. Стой, вот. О, я здесь еще не был. Моргнать. У нас же красный. Давай моргни, стой, погоди ты. 50 оттенков красного. Да. Так. И че, я как будто отсюда пришел. Да чертова игра. Она сведет нас с ума вообще, собственно. Я чувак, ну хоть бы появился разок, мы бы тебе соскучились. Ты сказал где-то это, он прошел, помнишь? Да, 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 может, надо было за ним. Давай еще в какую-нибудь дверь пойдем, которая закрыта за ним. За ним дверь не открывалась. Вот. Чувак, блин. Вот, ну немножко я испугался. Есть был, я не ожидал за долгое время. Куда провалился? Тихо! Кто там моргает? Я моргаю. Ну и че? Тихо, тихо, это дед, это дед. Тихо. Стой, закрывай. Нет. Ну, началось. Тихо. Стой, там был кто-то за тебя. Кто? Я тебе отвечаю. Кто? Вон. О, труп. Открывай. Открывай. А чего этого чувака больше не будет? Я не знаю. Я куда-то в другое место попал. Здесь несколько дверей. Моргаем. Может, надо было... Погоди ты в дверь твой один. Я паника. Да стой, там может что-то было. Ничего не было. Потом как мы откроем? Здесь ничего не было. Здесь я ухожу домой, все, меня... Ты только по прямой можешь. Мне мама позвонила, мама сказала, все, хлеб купить, батон, я бегу. Да стой. Я ничего не знаю, все. Фу, я в безопасности. Что ты говорил? У меня глаза мерещатся. У меня в глаза... Моргни, погоди. У меня почему-то усталость какая-то, да? Блин, чувак. Пока. Я не пойду сюда. Мама сказала, что батон не понадобится. Стой, а если еще раз открыть? Стой, моргни и открой. Че? Фу. Все, видишь? Ай, блин, черт. Блин, фу. Он нас спасет там, нафиг. Так, тихо. Мужик, дай мне из подъезда выйти. Фу, я туда не пойду. Я ключи забыл от домофона. Есть 5 рублей. Да. Фу. Говно. Может, надо все-таки мимо, да, мимо него пройти. Давай.
Любовная любовь. Любовная любовь. Патрик, мужик! Нет! Блин. Я жив. Стой. Там вот напротив вот этой двери, как бы прямо есть дверь. Давай попробуем. Любовная любовь. Любовная любовь. Блин, да Миша! Ты меня застрял, все, я сдох. Ты больше меня пугаешь всего. Да он даже как испугал передо мной. Все, он тебя зажал в углу. Нахрен, я увидел все, что мог. Есть на самом деле еще много чего есть, но я больше не могу, правда. Ну что, заканчиваем на этом? Ну да. В общем, ребят, обязательно подписывайтесь, лайки жмите. Я думаю, получилось более-менее интересно, но на нашем канале и так очень много интересных игр, многопользовательских, одиночных. В общем, найдете что угодно. Всем хорошего настроения, всем пока.